Здравствуйте, друзья! 69 августа в Кыргыджаке, 8 утра, и вот сейчас я пытаюсь ловить на тесто, на удочку с поплавочком. Вот поплавок 30 грамм, 4 крючка, вот такое маленькое грузило. Насаживаю обычное тесто и пробую, что у меня поймается. Вот первый забросик на тесто и небольшой сокарчик попался. Начало положено. Ловлю дальше. Вот, друзья, пытался я снять поклевку. Четвертый заброс и третий сокарчик попался. Берем. Вот сразу за третьим попался четвертый. Что называется, не прошло и 20 секунд. Только забросил, сразу поклевка. Еще один сокар, хорошенький, берем. Попался мне очередной некрупный, но бойкий сокар. И у меня большая радость. Я наконец-то узнал, как называется эта рыба по-научному. Эта рыба называется золотополосый сиган. Какой он бойкий, а? Потому что у него такие оранжево-желтые полоски на боках. Клев мне сегодня очень нравится. Сокар активный. Но вот прям сейчас было два таких обидных схода. Две хорошие поклевки. Тянул, и на полпути просто рыба ушла. Очень жаль. После такого веселого начала наступило какое-то затишье. Поклевок нет. Тесто остается на крючках. Не знаю, что случилось. Наверное, рыба отошла просто. Вон болтается поплавок. Но поклевок нет. Уже пошел азарт, стало интересно. Вот поклевка. Сейчас буду тащить. И в третий раз он ушел. Он ушел в третий раз. Зацепился за скалу и отцепился. Ну вообще. Наконец-то я взял реванш. После нескольких сходов попался небольшой сокарчик. Так вот, тут бездомные собачки прибежали. Посмотрите, вот это вообще волчара прям. Волк самый настоящий. Вот такой сокарчик попался сейчас. Я не помню уже какой, 10-й, наверное. Продолжаю. И сразу за ним еще один. Посмотрите, вот они у него. Полосочки. Золотополосный сиган. Заброс, попалась такая маленькая павлинья толосома, совсем малышка, надо ее отпустить. О, прыгает. Вот попробовал на креветку, тоже что-то клюет слабо. Вот одного маленького сокарчика на креветку поймал. С начала рыбалки был очень хороший клев, веселый, удовольствие я получил от процесса. Спасибо вам, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.